Привет! Настало время для новой подборки, а значит, сегодня тебя ждет мощный всплеск эмоций и взрыв впечатлений от самых невероятных и ярких кадров. Поехали! Кто-то должен был отомстить за громкую рекламу онлайн-казино посреди фильмов. Это чудо света покруче всяких там пирамид. Они летают! Видимо, другой петух вернулся в ту квартиру с работы раньше обычного. Эта птица, наверное, плавает по воздуху. Потому что она летает под водой. Эксперты говорят, что перед нами американская аляпка, и ей ничего не стоит плыть так до 20 метров. What? Пожалуй, лучше уронить туда телефон, чем упасть самому. А вот так избавляются от проводов ЛЭП. Погоди, есть ракурс эпичнее. Видел эти ровные линии на воде? Нужно было заранее повесить на провода поплавки, и можно было бы проводить соревнования. Так проверяли корабль ВМФ США на устойчивость к подводным ударам. Он испытание прошел. А вот у рыб в этой акватории денек был явно не из лучших. Эта буксировка пассажирам яхты точно запомнится надолго. Если в вашем блюде не хватает начинки, не стоит сразу винить поваров. Просить такое у Санты, наверное, бесполезно, но можешь попытаться. А вот и вырезанная сцена из «Матрицы», где мистер Смит караулит секретный вход в Зион в ожидании Нео. Когда риэлтор обещал тебе отличный район для семьи с детьми. Все мы прекрасно знаем, чей это питомец. Я хочу, чтобы я умер у меня.
Привет, Кураны. Папе, it's frozen. Мы, конечно, не эксперты, но для подлодки этот канал как-то мелковат. А если серьезно, то это печально известная К-19. Несчастные случаи на ней начали происходить еще до спуска на воду, затем она пережила несколько инцидентов и трагических аварий, и теперь доживает свой век в ожидании утилизации. Возможно, это видит в кошмарных снах одинокие женщины. А вот это уже кошмар для всех, такие созвездия не предвещают ничего хорошего. Эти кадры были сняты в Северном море неподалеку от Норвегии. И только представь, как викинги плавали по нему совсем на других кораблях. Вот так тестируют безопасное стекло. Ему за это еще платят. Это лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Ничего необычного. Штрафов на земле инспектор. Может, именно из-за него скорость вращения Земли в 2020 году рекордно увеличилась? Так порой дороги в Индонезии встречают неопытных новичков. А так по ним передвигаются бывалые. Парень явно проходил где-то секретную подготовку. А вот его сослуживец из отряда разведки. Погода нелетная, но она написала, что родителей нет дома. На такой велодорожке назойливые автомобилисты тебе точно не помешают. Многие наверняка узнали соленое озеро Уюни в Боливии. Его называют местом, где небо встречается с землей. И пейзажи здесь порой действительно невероятные.